Привет-привет, ребятки, с вами Вовкин, и вы на канале Мистер Кекс. Ребятки, наконец-таки настал этот день, сегодня Новый год. Всех искренне поздравляю с ним, желаю всем счастья, здоровья, успехов, и чтобы Дед Мороз подарил вам то, что вы хотели. Вот, что же, ребятки, если также ждете Новый год, как я, то обязательно ставьте лайкос под этим видео. Вот, ну что же, ребятки, а мы поиграем в черепашки-ниндзя-легенды, и, конечно же, будут ваши составчики от моих любимых подписчиков. Спасибо за то, что вы у меня есть. Вот, у меня каналу еще нету года, где-то я в марте только начал снимать, и вот представляете, за меньше чем год я набрал уже почти 22 тысячи подписчиков. Это для меня большой результат. Надеюсь, что в следующем году у меня уже будет 100 подписчиков. И надеюсь, вы в этом мне поможете. А помочь вы можете чем? Лайками, комментариями и, конечно же, репостами ВКонтакте. Всем огромнейшее заранее спасибо. Ну что ж, поехали. Так, ребятки, и первый составчик у нас будет из ВК. Так, и Айгиз Рахимов. Айгиз Рахимов, привет тебе огромнейший. В общем, твой состав на Кренга Прайма. Так, пойдемте в сюжет на Кренга Прайма. Это вот сюда. Ох, пойдемте в нормальный, чтобы не в сложный бой. А то вдруг все продую. Ну, вряд ли, конечно, ну мало ли что. Так, на Кренга Прайма. И, в общем, Айгиз Рахимов пишет. Мой состав. Шредди, Лео. Так, а вот какой только Шредди. Какой Шредди, непонятно. Так, вот эту штуку сюда перенесем. Так, какой? Ну, наверное, обычный Шреддер. Даже не классический, наверное, скорее всего, обычный. Дальше, Лео Никелодеон. Ну, это Лео мультик, значит. И следующий. Кирби Мышь. Так, Бакстер. Бакстер Муха и Раф классический. Нифига себе. Кирби Мышь. Раф классический. Он, кстати, где-то рядышком. Так. Кирби Мышь. Ой, Кирби Мышь у нас есть уже. Нам нужен Раф классический и Бакстер Муха. Вот Бакстер Муха есть. И Раф классический. Ребятки, вы часто мне, ну, не часто, но под последним видосиком писали там, мол, ты не взял не того персонажа. Ну, бывает. Каждый ошибается, поэтому не стоит по этому поводу прям так переживать. У кого-то даже там бомбить начало, там какие-то глупости начали писать. Ребятки, каждый может ошибиться. Ничего в этом страшного нет. Будьте добрее. Все-таки праздник. Да и в праздник, не в праздник, нужно тоже быть добрее. Не нужно быть такими злыми. Злости в мире и так хватает. А нас, добрых, очень мало. Поэтому давайте держаться и жить дружно. Вот так вот. Ну что же, ребятки, мы пока заканчиваем со второй волной. Надеюсь. Да, закончили. И вот, ребятки, Крэнк Прайм. Вот он сейчас будет. Сейчас свои щупальца будет показывать. Вот, вылазь давай уже. Бить тебя пришли. Вот он. Кричит, он ревет. Сейчас получит обормот. Вот так. Кирби, это Бакстер Стокман кинул у него. Плюнул какой-то жидкостью желтой. Так, а ну-ка, Кирби Мышь, давай. Не забывайте, это батя Эйприл. Кто твой батя? Ну, вернее, кто батя Эйприл? Кирби Мышь? Вот так вот не посчастливилось ему. Правда, потом повезло. Черепандеры молодцы, его вылечили. Ой, ребята, забыл сказать важную новость. Если хотите такой же аккаунт, как у меня, то связывайтесь с моим подписчиком, вернее, подписчицей. Ссылочку на нее я оставлю в описании. Она вам поможет прокачать там персонажей новых, раздобудет, левел поднять и все такое. В общем, ссылочку на ее ВК я оставлю в описании. Поэтому можете связаться с ней, и она вам поможет. Вот. И, кстати, она еще фулл ак продает. Вот, по поводу этого тоже можете обсудить это дело с ней. Так, ну а пока я говорил, мы зафигачили Кренга Прайма. Правда, не без потерь, ну что ж поделать. Так, Данил Воронин, огромнейший тебе тоже привет. Просто сейчас смотрю, высветилось, что он в Ютубе мне что-то написал, комментарий. Так, Айгиз Рахимов, в общем, твой составчик уже сыгран. Ух ты, сколько он много составов написал. Это чтоб наверняка я сыграл, видите? И сыграл. Да, ребятки, вот рекомендую вам писать составов. Чем больше, тем в комментариях, тем лучше. Чтобы была большая вероятность, что он мне попадется на глаза. Так,
Следующий составчик, ребятки, Дмитрий Иванов. Дмитрий Иванов, мой состав. Лео, Мульт, Сплинтер и Бешеный Кролик и Дони Космос. Так, 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 пойдемте в четвертую главу, чтобы не затягивать, на Антошку. Антошка, Антошка, ты посадил картошку? Уже копать пора, да? Так, ладно, Дмитрий Иванов, Лео Мульт, сейчас, вот он. Дальше Сплинтер, где ты, Сплинтерий? Спиннер, Сплинтер, Спиннер, Бешеные Кролики и Дони Космос. Дони Космос есть и Бешеные Кролики. Почему они бешеные? Ну, в принципе, они такие, да. Немножко бешеные, потому что они прям так бывает иногда. Грызут всех, грызякают. Так, погнали, погнали, ребятульки, в бой. Ух, прям, у кого новогоднее настроение, пишите в комментариях. Кто какие подарки, может, уже кому-то подарили чего-нибудь. Пишите обязательно в комментариях, мне интересно очень. Кстати, ребятки, забыл вам еще сказать, поделиться, так сказать, своей радостью. Мне пришли с AliExpress наконец-таки вот эти VR-очки. Ёк-макарёк, вы не представляете, какая это крутотень. Хотел снять обзор на распаковку и все такое, но, блин, сейчас праздник. Вообще времени очень мало, а посмотреть их очень хотелось. Поэтому извините, но я их распаковал без вас. Но я вам скажу, это просто бомба. Обалдеть. Глаза, конечно, болят после них. Вредные они, слишком долго в них нельзя смотреть. Ну, блин, обалденно. Есть еще 3D VR игра про черепашек даже. Надо будет ее скачать. Я, вернее, уже скачал. Демо там только было. Нужно будет скачать нормальную игру и поиграть. Так, следующий состав, ребятки. Ксения Вавилина пишет. Надеюсь, мой состав попадет в видео. Надейся и жди. Вот он попал. Ксюша Вавилина, твой составчик. Так, в общем, куда пойдем? Пойдемте на стиранку, на дружбана Антошки. Ванек, к тебе идем. Так, ты шампанское купил, Ванек, и апельсинчики. Так, ладно, Ксения Вавилина. Смотрю, смотрю, мой состав попадет в видео. Карай, Лео Мультик, гляньте, а в этом видосике прям Лео Мультик популярный. Вот бывает такое, что в каком-то видео именно одного персонажа, одного и того же берут прям много-много раз. Так, Карай, Лео Мультик, Шинигами. Шинигами бегает вверх ногами. Шинигами, дальше Лео Видение и Карай Змея. Лео Видение и Карай Змея. Змеюга, ты где? Так, 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 Лео Видение есть. Змея, по-моему, дальше немножечко. Да, вот она. Вот она. Чертовка, да? Так, ну что ж, ребятки, побежали. 4 персонажа всего. Ну ладно, не страшно. Так, ну чего? Ой, почему 4? 5. Что-то я ошибся. Разучился считать и под Новый год. Так, массовый Карай. Не будем его беречь, потому что тут, в принципе, бойцы все такого мелкого левела. Нам это не страшно. Нам не страшен Серый Волк. Так, бабах, Лео, молодец. И, ребятки, третья волна с мутагеноидом. Подождите, а где Ванек? Я не понял. Где Стиранку? Товарищ Стиранку пропал. Непонятно. Так, отлично. Так, Степан Вакуленко, тебе тоже привет. Звонку, я надеюсь, тебе скину. Нужно только не забыть. Макс Ковалев, тебе тоже огромнейший привет. Так, ну что же, ребятки, теперь идем в ютубчик, обновляю страницу, потому что, может, еще... Так, 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 Данил Воронин, привет тебе передавал. Анна Дуд, привет тебе огромнейший. Так, Али Нуралы, привет тебе тоже. Так, 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 и смотрю, смотрю, ребятки, ищу ваши составчики, смотрю просто уже сообщения по новой игре, ну, не новой, которую раньше снимал один раз. Так, так, так. Так, 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 так. Слушайте, нет составов, как это так? Да нет, есть, конечно, сейчас все будет. Просто, просто, просто. Передай привет в следующем видео. Форбро, привет тебе огромнейший. Игровой пацан, и тебе привет. Ловушка ТВ, тебе привет тоже. Классный Ниндзя Икс, и тебе привет. Так, 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 Оскар Иманбаев, тебе тоже привет огромнейший. Так, 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 так. Все черепашки классические. Нашел состав. София Климова. София Климова, твой составчик. Все черепашки классические. Давайте пойдем в другую главу. Допустим, в шестую. Шестую, говорю. И на Рокзарчика. Рокзар.
Ты оливье сделал уже своими когтями, нарубал оливьешку? Розарио. Так, классические. Есть. Лео, Микки. Микки Шпики. Так, кто еще? Кто еще тут у нас из классических? Признавайтесь. Донателло и Раф остался. Вот он, Раф. Все. 72-й левел. Ю-ху-ху, ребятки, жестокий будет бой. Посмотрим, кто кого. Черепашья сила. А ну-ка, давай-ка. Плясать, выходи. Так, ну чего? Мау, я думал, сейчас лечить будет. Это хорошо, что он не подлечил. Это было бы очень плохо. Потому что 72-й левел, ребятки, это вам не шуточки. А у меня здесь только Майки. А, Майки и Лео сотого. Ну, в принципе, все будет ок. Так. Так, ну что вы тут стоите? Нет, чтоб елку идти наряжать, да? Они стоят тут, драться хотят. Ну, дают вообще. С ума сошли, что ли? Идите, Шреддера украшайте вместо елки. У него много всяких крючков, да? Можно туда игрушек елочных понавешать. Конфетти всякого. Блестяшек всяких на него нацеплять. Так. Бах, так. Ребятки, а еще напишите, у кого какая елка. Потому что, ну, я знаю, есть искусственные елки, да, у кого-то настоящие. Вот я купил настоящую. Вот, а вы напишите, какая у вас. Просто, ну, реально интересно. Вот. Ну что ж, начинаем. Вернее, продолжаем. Уже давно начали. Так, и вот, ребятки, третья волна. Рокстеди. Рокстеди, так, немножко потанцуем. Разминочка перед Новым годом. Кто любит танцевать? Кто вообще умеет танцевать? Я, честно говоря, не особо умею танцевать и не особо люблю это дело. Но на Новый год, наверное, спляшу. А чего бы и нет, да? Вокруг елки буду хоровод водить, Дед Мороза ждать. Да ладно, ко мне Дед Мороз уже пришел из Китая. Принес очки. VR. Так, ну ладно, давайте продолжим. Все, конец тебе, Рокстеди. Ханаски тебе. Так, София Климова, в общем, твой состав сыгран. Epic Game TV Нач пишет. Кекс вперед, а хейтеры прочь. Так держать, Epic Games. Спасибо, что поддерживаешь меня. Да не только он меня поддерживает, многие со мной согласны. Хейтеры, валите. Хейтеры, какашки. Вот. Так, ну, остальные все нормальные, просто пацаны. Так, Динара Абдуразакова. Динара Абдуразакова, твой составчик. Давайте на Макмана пойдем. И Динара пишет, мут анималы, кроме Мондугеко. Ой-ой-ой-ой-ой. Нужно тогда что-то поменять. Пойдемте на Ксеверо Монтеса. Мут анималы, кроме Мондугеко. Мут анималы. Так, кто у нас мут анимал? Давайте вспоминать. Я уже давно не играл командой мут анималов. Сейчас, ребятки, мы с вами это все вспомним. Кроме Мондогекко. Пока я их не вижу, этих мутанималов. Вот Мондогекко, но он нам не нужен. Так, доктор Роквелл. Слушайте, доктором Роквеллом давно я не играл. Кожеголовый. Кто там? Слэш. Ну и, по-моему, все. Блин, нет, не все. По-моему, еще кто-то должен быть. Слушайте, Мондогекко... Кто же там еще был? Я вот сейчас стараюсь вспомнить. Боюсь, не вспомню, потому что столько мыслей голубит. Вот. Все, вспомнил. Ой, я, по-моему, ошибся. Голубит вроде бы не мутанимал. А может, и мутанимал. Нужно в Википедию посмотреть будет после видосика. Ай-яй-яй. Просто реально давно я уже не играл мутанималами именно. Не выбирал их. Всего, ребятки, в голове не упомнишь. Столько игр играю, столько игр... Каждый день просматриваю. Вы что думаете, я отдыхаю? Нифига подобного. Каждый день роюсь в плеймаркете, ищу какие-то новые игры. И все это, ребятки, для вас. Потому что вы меня поддерживаете. И я, конечно же, стараюсь для вас найти что-то интересненькое, что-то новенькое, что-то прикольненькое. Вот так вот. Взаимовыручка, так сказать. Вот. Так, ну что же, давайте добивашки, вот так глупит. Обезьяня, оплеуха, ляп, и все. И теперь давайте вот такой вот ударчик. Бах, слэш, красавчик. Так, ух ты, тут Джастин, тетонька, а мы им бревнышко давайте сделаем. Ну, наверное, всех не вынесет кожеголов, хотя он силен батон, но не в этот раз. Так, ну и теперь давайте вот эту. Вот что это делает доктор Роквелл.
крутится вверх. Бомбочка от слэша, ребята. Ба-бах. Есть, отлично. Так, ну что ж, погнали дальше. Микки Блок, тебя тоже с Новым годом. Так, Римма Сая. Римма Сая, следующий состав будет твой. Денис 2006, Романенко, тебе огромнейший привет. Спасибо за положительный, хороший комментарий. Так, давайте только поменяем, ребятки, главу и пойдем, ну, допустим, в пятую главу. Вот, на Бакстера Стингмана. Римма Сая пишет, я Макс. Макс, оказывается, это. Наверное, аккаунт его мамы или сестры, не знаю. В общем, Макс, твой состав. Микеланджело, Флэш, Карай и Сплинтер. О, Флэш, Слэш, в принципе, имелось в виду, да? Я так, судя по всему, понял. Микеланджело. Классический, потому что не написано, какой Микеланджело. Дальше. Слэш у нас есть. Карай. Карай есть. И Сплинтер. Спиннер. Мистер Спиннер в каждый дом. Так. Бегут, бегут наши ребятки. Так, так, так. Так бегут быстро, как будто на елку опаздывают, да? Новогоднюю. Так, отлично, отлично. Микки пораздавал всем звездочек. Всем хватило, все довольны, все пошли домой. Так, и Карай, давай, давай. Ох, так, добивашки, добивашки, ребятки. Люблю добивашки. Бойцовские пальцы от Сплинтера есть, отлично. Микки, давай, жги, жги, браток. Есть, Карай добила. И, ребятки, третья волна у нас сегодня. Сейчас в этом бою. Ух ты. Так, ну что, Рахзар, а ну, выживет он, ребятки. Ставим ставки. Да, я думаю, я так и знал, что он выживет. Но сейчас ему хана, кранты. Кранты костлявому пришли. Вот, отлично. Дальше, ребятки. Дима Осипов. Твой составчик будет следующий. Мой состав. Это Лео Фильм. А куда мы пойдем? На Джастина пойдем. Джастин Бибер. Похож, кстати, да? Ну, совсем чуть-чуть. Так, Лео Фильм. Ни в коем случае не хочу обидеть Джастина Бибера. Это просто была шутка. А то сейчас опять начнут хейтеры в комментариях гадости писать. Так, Лео Фильм, Раф Фильм. Раф Фильм. Тут он вообще суровый, да, Раф Фильм. Это повязка красная, прикольная. Космос Рафаэль. Угу. И Раф Космос, судя по всему. Немножко так написан состав, немножко непонятно. Но, в принципе, я разбираюсь. Уже привык разбираться. Раф Космос, Рафаэль Мультфильм и Супер Шреддер. Так, давайте сразу Супер Шреддер. И теперь Рафа Мультик. Вот он прямо здесь. О, тут наконец-таки Ванёк у нас будет. Ванёк, стиранко, мы идем к тебе. Подарки несем. Супер Шреддер несет тебе подарки. Целый мешок прям. Так, бежим, ребятки, дальше. Так, 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 так. Так, огненный кулак от Рафа. Ну, Раф мультик, давай. Ух ты, красавчик. И Лео, давай, Лео. Массовая атака, ребятки, должна быть бомбическая. Есть, отлично. И бежим дальше. Вот он, Ванёк собственной персоной со своими прислужниками. Давайте по чуть-чуть их будем подгрызать. Ванька оставим на самое вкусненькое, на сладенькое. Жирненький какой, да? Хорошенький. Так, ну чего, давайте... О-хо-хо-хо-хо. Давайте немножко его поджарим. А ну-ка, Чомпи, дракончик Чомпи. Ручной дракончик. Я бы хотел себе такого. Промазал. Промазал Раф, ну ничего. Раф Космос. Этот-то Раф не промажет точно. Раф Фильм. Так, ну что, и Супер Шреддер добивает. Добивает его. И есть, ребятки. Отлично. Так, ну что же, ребятульки, давайте теперь попередаем приветы. Павел Анциферов, тебе привет. Дальше. Якубович Садынгай. Ничего себе фамилия какая популярная у парнишки, да? Якубович Садынгай. Тебе тоже привет огромнейший. Дальше, извини, что состав не сыгран, но зато привет тебе передаю. Потому что, ну, хочу попередавать много-много приветов. Хотя бы вот до 20 минут. Олеся Романюк, тебе тоже огромнейший привет. Ренат Антонов, тебе тоже привет. Александр Трунов, приветище. Гухар Молдаханова. А, Гаухар, я прошу прощения, Гаухар Молдаханова. И тебе привет. Влад Бескеров, привет. Пётр Иванов, приветище тебе. Сардор А, и тебя с наступающим Новым годом.
Денис 2006 Романенко тебе уже передавал привет. Могу что передавать? Привет! Тимур Гейм, приветище! Так, Саша Житко, и тебе привет. Илья Кред, привет тебе тоже. Он мне, кстати, в Ютубе написал привет. А я тебе отвечу устно привет. Вот так вот. Что же, ребятки, Михаил Зайцев, тебе привет. Миша Егоров, тебе привет. Это просто сходячая энциклопедия по черепашкам ниндзя. Вот мой один из самых первых подписчиков, Мишаня. Спасибо тебе огромнейшее. Алла Ильина, тебе тоже привет. Юля Зверева, и тебе привет. Ребятки, кто хочет какие-то игры, которые есть у меня в видосах, просто заходите, пишите мне в ВК, и я вам в ВК скину ссылочки на игры, которые у меня есть. Вот, мне не жалко. Взломки там, не взломки, в общем, такое. Ну что ж, ребятки, в общем, на этом будем заканчивать, будем прощаться. Еще раз, всех с наступающим. Счастья, добра вам. Вот. Ну и на этом все. Встретимся уже в следующем году. Это будет очень скоро, буквально завтра, я думаю, видос уже будет. Вот. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики. А с вами был Вовкин. Пока-пока. С Новым годом, ребятки!